Прожиточный минимум в Приднестровье в июле сократился почти на 3%. В Министерстве по социальной защите и труду это называют сезонным явлением. Оно связано с небольшим снижением цен на некоторые продовольственные товары, в частности, овощи и фрукты. Ведомство также отмечает, что аналогичная ситуация наблюдалась и в предыдущие годы. Прожиточный минимум в Приднестровье состоит из фиксированного набора продуктов питания, непродовольственных товаров, услуг, обязательных платежей и сборов. Его величина рассчитывается ежемесячно на основании данных Госслужбы статистики об уровне потребительских цен. Соответственно, любое их движение влияет на величину прожиточного минимума. По данным Государственной службы статистики, индекс потребительских цен в июле 2016 года по отношению к июню составил 98,61%, что свидетельствует о существенном снижении цен по таким группам продуктов питания, как макаронные изделия, картофель, фрукты, овощи, ягоды, сахар, свежая рыба, а также кондитерские изделия. В связи с чем величина прожиточного минимума в среднем на душу населения уменьшилась на 2,7%. По данным Минсоцзащиты, в июле прожиточный минимум в среднем на душу населения составил 1284 рубля, в том числе для трудоспособного населения 1368 рублей. В среднем на ребенка 1308 рублей, для пенсионеров 1079 рублей. Приднестровцы говорят, протянуть месяц на прожиточный минимум можно, но вот полноценно прожить проблематично. Все дорогое, в шерифе все, вроде идешь, 100 рублей возьмешь, а кушать нечего. Тратишь деньги, как вода уходит. Вот мы пенсионеры, нам тоже не хватает. Лекарства очень дорогие. 5 человек в семье, и нам даже 500 долларов не хватает. Это уже 5000 с копейками рублей, если так подумать. В Министерстве социальной защиты говорят, небольшое снижение величины прожиточного минимума в середине лета явление сезонное и уже стало традиционным. В соседних странах уровень прожиточного минимума определяется не ежемесячно, а на более длительный срок. Например, в России поквартально. Так, во втором квартале 2016-го прожиточный минимум на душу населения составил 9956 рублей или 155 долларов. В соседней Молдове в 2015 году этот показатель был на уровне 1734 леев или 89 долларов. На Украине прожиточный минимум на душу населения составляет 1399 гривен или 56 долларов. Андрей Малеван и Денис Гуляев, Первый Приднестровский телеканал.